Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Сначала водка, затем контрастный душ. Как я сею укроп, чтобы он взошел за 3 дня? Зачастую первые ростки укропа появляются спустя 2 недели после посева в грунт, а случается и так, что они и вовсе не прорастают. Но я пользуюсь несколькими способами, благодаря которым зелень прорастает буквально за 3 дня. Выращиваю я укроп на подоконнике и получаю экологически чистую зелень без химических удобрений. Итак, перед посадкой нужно подготовить семечки. Я замачиваю их в водке на 15 минут. Она убирает из семечек эфирное масло. Далее процеживаю семечки через сито и промываю их чистой прохладной водой. Хорошенько просушиваю семена, и теперь их можно высеивать в грунт. Также для подготовки семечек к посадке я пользуюсь таким методом. В тканевый мешочек насыпаю семечки, а потом поочередно на 2 секунды опускаю их в миску с горячей и холодной водой. Так нужно повторить по 10-15 раз. Потом оставляю семена в мешочке на 2 дня. Мешочек все время должен быть влажным. Для этого я кладу его в целлофановый пакет. Если вы сеете укроп на огород, то воспользуйтесь такими рекомендациями. На грядке рассыпьте перепревший перегной и древесный пепел. Грядку вскопайте. Можно сразу же сеять укроп или любую другую зелень. Сеять нужно редко, на глубину примерно 10 мм. Чтобы укроп пророс быстрее, сверху накройте грядку пленкой. А какие еще полезные советы можете дать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.